Приветствую всех любителей RF Online и посетителей моего канала. Продолжаем съемку игры 8-Ball или Pool, восьмерка по-нашему. Так, Маклауд разбивает. Как всегда, мне повезло. Честно говоря, сколько играю вот в эту игру, не могу понять, почему выбор разбивки как тут работает именно в этой игре. В самом пуле это понятно, а вот в игре непонятно как, почему. Последний раз вроде я выиграл, почему я опять разбиваю, непонятно. Ну, ладно. Че залетает красный шар? Слишком сильно ударил. Вообще, расчет этого удара, чтобы я откатился на коричневый. Ну, ладно. Забивать, да? Как сплошные. Ну ладно, поглядим, что получится. Пусть играет. Посмотрим, на что он способен. Ну, оп. Ну, практически. Легких ударов у него нет. А все почему? Потому что ударил не очень хорошо. Посмотрим. Поглядим. Великий Маклауд. Всегда с уважением относится к соперникам. В любой игре. Будь то бильярд. Или РФ онлайн. Так. Закатил. Не ожидал, что в середину. Забавно. Забавно. Поддавки, что ли, играет? Это у него был отыгрыш, господа. Отыгрыш, господа. Посмотрим, чем все это закончится. Ну, пусть играет. Легких шаров у него нет. Мы тоже умеем отыгрываться. Это коричневый шар. И причем в угол. Верхний левый угол. Посмотрим, поглядим. Николай Лихновский. Сможешь ли ты забить? Сможешь ли ты забить, Николай? Меня страхует Николай. Коля, я здесь, камон, камон. Коля, я здесь, камон. Ни хрена себе. Зеленый от борта. Аплодисменты. Оправдывает свое число. Ну, теперь он забивает коричневый, синий. Или в обратном порядке. Но забивает эти два шара. Так, забивает синий. Что же будем делать с оранжевым? Ну, конечно, у него... На его месте попытался позабить синий и как-то затронуть оранжевый, чтобы откатилась эта двоечка. Или он забивает, потом делает отыгрыш.
Вот, господа, интересно. Тема игра интересна для бильярд, что тут, понимаете, дело не в проточке, не в донате. Хотя можно вот купить себе турки, более удлиненные. Но это ничего не даст. Тут тактика. Вот видите, как он сделал. Вот как он сделал. Сильно. Даже если он сейчас забивает в правый верхний угол, так как-то выйти на черный. Или ударить так, чтобы черный откатить. Сможет ли он это? Одно из двух. Либо сможет, либо облегчит мне жизнь. Не смог. Черный шар никуда не идет. Ни от бортов, никак. Значит, будет отыгрыш. Ну, давай. Покажи. Да, ну. Каким боком ты его забьешь? Никак ты его забьешь. Отыгрыш. Будет отыгрыш. Под левый борт надо попробовать. Но это будет супер феноменальный удар. Феноменальный, друзья! Феноменальный! Нет! 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 Что ж, у меня есть все шансы. Все зависит от моих прямых рук. Так. Зеленый, друзья, зеленый. Мы забьем. Зеленый мы забьем. Так, сек, молодой секунд, плиз. Под круточку. Надо выйти на желтый, друзья. Так мы вышли на желтый. Чувак, 2210 очков, у меня 2034. Все, может быть, что мы его победим. И выход, идеальный выход на черный шар. Теперь забираем черный. Левый, то есть правый нижний угол. Великий Маклауд победил.